Тропический шторм Адиль обрушился в понедельник на северо-западное побережье Мексики. Он принес проливной дождь и сильный ветер, порывы которого достигали 145 км в час. Сотни деревьев и линии электропередач оказались повалены. Во многих районах люди остались без электричества. Тысячи человек были эвакуированы из-за угрозы затопления. Из-за шторма были отменены десятки рейсов в местном аэропорту. Многие дороги оказались затоплены, пляжи опустели. На берег были выброшены десятки лодок и катамаранов. Адиль оставила за собой разбитые витрины и оторванные вывески магазинов. Некоторые местные жители начали заниматься мародерством, но уже вскоре полиция вернулась на улицы и пресекла незаконные действия. Тропический шторм Адиль оказался одним из самых сильных за всю историю региона Байя-Калифорния. Несмотря на то, что он ослаб с 4 до 1 категории, синоптики предупреждают о возможном отключении света на его пути.